самые высокие оценки. Это чудесно. Это сказка. Отметку 5 с плюсом замакима города в последний раз получала еще будучи школьницей, а затем студенткой. Тем дорога, по ее собственному признанию, оценка, данная ее работе участницей Великой Отечественной войны. Правда, оценку эту удалось заработать совместно со спонсорами, которые охотно откликнулись на призыв акимата помочь ветеранам. В преддверии 9 мая власти запланировали отремонтировать дома и квартиры 77 ветеранам. Меценаты в общей сложности выделили 28 миллионов тенге. Школьная активистка в прошлом, она же пионер-вожатая, Айгуль Арангазиева отметила, таким образом взрослые подают пример молодому поколению. Когда-то она в составе тимуровцев тоже помогала пенсионерам. И эту преемственность необходимо сохранить. Мы проводили уборки на территории, побелка, покраска, помощь по дому, походы в магазины. Потом организовывали встречи с ветеранами. Я помню, у нас даже были ветераны, которые служили в партизанском полку. Они даже по-пластунски у нас в кабинете, помню, ползали, детям показывали третьих-четвертых классов. Нет, мы наблюдали, ну как это я буду ползать? Ремонт в квартире 91-летней Зори Абельхановой обошелся в более чем 2 миллиона тенге. Эту сумму выделила нефтяная компания «Казахойл Актобе». Организация не только сменила напольное покрытие и обои в квартире, но и поменяла радиаторы, установила новую газплиту, сантехнику, обновила ванную комнату, купила мебель, телевизор и даже телефон. Навестив бабушку сегодня, нефтяники и чиновники задарили ее полезными вещами. Плед, чтобы вам тепло было. Меня... Зоря Габдулловна служила на фронте связисткой. Победу в составе 110-го батальона 1-го Белорусского фронта встретила в Германии. Супруг Абельхановой был летчиком. Его бабушка похоронила несколько лет назад. За свои боевые заслуги ветеран награждена 18 медалями. В знак благодарности за капитальный ремонт бабушка сегодня, не удержавшись, спела песню из репертуара Марка Бернеса. Помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела. Отметим, что на сегодня в городе проживает 130 участников Великой Отечественной войны. 51 ветерану власти оказали финансовую помощь на 5 миллионов 100 тысяч тенге. Акмарал Майкузова, Сергей Калашников, программа «Факт».